Президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина. В администрации президента сообщили, что накануне он пытался покончить с собой. Сейчас за блогером наблюдают врачи. 3 месяца назад суд в Баку приговорил Лапшина к 3,5 годам тюрьмы. Его признали виновным в публичных призывах против государства и в нарушении границы страны. Лапшин посещал непризнанную республику Нагорный Карабах без согласования с властями Азербайджана. Блогер своей вины не признает. Лапшин – гражданин Израиля, России и Украины. Власти Азербайджана уже заявили, что его экстрадируют в Израиль.